Итак, мы продолжаем. Ну, Лольку я сегодня, я уверен, точно не встречу. Там посмотрим, либо завтра, либо послезавтра мы до Лольки будем добираться. Потому что, ну, на сегодня это уже объективно последний кусочек стрима. Я думаю, в день 10 часов, ну, достаточно. Потому что я настолько со своим графиком сегодня упорот, что, ну, это край. Я не знаю, как я буду восстанавливаться этой ночью. Мне по-хорошему бы... По-хорошему мне бы завалиться с бухлом в какую-нибудь сауну. Я уверен, тогда я бы отдохнул. Вот, но... Нет. К сожалению, не все иногда идет в жизни так, как мы этого хотим. Была бы возможность, я бы с удовольствием так и поступил. Тогда завтра, я уверен, я был бы просто как огурец. И тоже, наверное, в 7 утра бы стримил. Но, ребят, что меня радует, это то, что... Следующий стрим в 7 утра будет только аж через 5 недель. Я сейчас 5 недель могу высыпаться, чтобы к обновлению 3.1 я опять смог в 7 утра проснуться, и мы ворвались в Сумеру. Вы пришли, и судя по вашему виду, вы добились успеха. Ого, да ты здесь полно людей из Академии. Почему ты выбрал именно это место для встречи? Викала Фундук находится под контролем Академии. Естественно, здесь работают люди из Академии. Я прибыл в порт Ормас под предлогом ведения официальных дел. Да, дерзости тебе не занимать. Расслабьтесь. Здесь никого не интересует, о чем мы говорим. Аматра сюда не заглядывает. Итак, расскажите, как прошла ваша встреча с Дори? Как тебе так... В двух словах-то объяснить. Вот так. Альхайтам, мы выполнили свою часть договора. Можешь рассказать нам о капсуле знаний, которую потеряла Академия? Сначала я хотел бы узнать, зачем она вам. Можете не отвечать, конечно. Да, это как бы и не секрет. Мы ищем способ встретиться с Дендро Архонтом. Я ему почему-то полностью доверяю, я не знаю. У меня такое ощущение, что каким-то неведомым чудом среди мразей Академии затесался адекватный человек. Он. Вот он. Ну не может он быть... Да не, все нормально. Верно. Тору хочет получить аудиенцию у Божества Мудрости, чтобы задать ей несколько вопросов. Но за все время нашего пребывания в Сумеру мы так и не смогли найти способ сделать это. Мы узнали, что Академия потеряла что-то, что может быть связано с Архонтом. С Архонтами. Поэтому решили попытать счастье здесь. Ага. Цуба, не. Да дело не в этом. Да как ты могла подумать? Ты чего? Не-не-не-не-не. Да, 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 Сардагон, я тоже в этом уверен, что там как раз-таки вот то, что ты написал. В таком случае вы на верном пути. Опачки. Некоторое время назад Академия потеряла в пустыне капсулу знаний. Предположительно, это капсула знаний Архонта, с помощью которой можно обрести божественную мудрость. О, нам надо. Даже не мне надо, а Пайман надо. Да даже можно не божественную, Пайман бы просто мудрость обрести. Ух ты, даже такое есть. Скажем, если мы найдем ее, то будем знать все. От способа получить аудиенцию у Дендро Архонта до ответа на вопросы о твоей сестре. Я очень сомневаюсь, что она обладает какими-то мистическими свойствами. Но капсула действительно существует и находится здесь, в порт Ормасе. А где она сейчас? Сдается мне, если бы он знал, он бы ее сам получил. Выясните это и есть наша следующая задача. Подожди-ка, ты тоже ее ищешь? Не стану отрицать. Я провожу расследование, потому что мне интересно, что на самом деле представляет собой капсула знаний Архонта. Как вам известно, пустынники в порт Ормасе тоже положили на нее глаз. Это довольно ценный предмет, и знания, содержащиеся в нем, могут даровать власть и богатство. И сестренку.
Это важно. Это важнее знаний и богатства. В последнее время несколько бригад ведут борьбу за право владеть капсулой, но победитель пока не выявлен. Мои личные финансы и связи не могут конкурировать с финансами и связями пустынников. После некоторых усилий мне наконец удалось достичь предварительной договоренности с несколькими бригадами. Я согласился отказаться от владения капсулой знаний Архонта в обмен на возможность изучить ее. В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы понять, что это такое. Ну это, короче, ученый-ученый. Ну прям вообще ученый-ученый, которому вообще плевать, что там за знание, ему просто нужно ее изучить. А все. Понятно. Однако, есть и те, кто не идет на переговоры. Например, пустынники из Айн-Аль-Ахмара. Они твердо верят, что в капсуле знаний Архонта заключена сила Алого Короля, и что он вернется в этот мир, когда они получат капсулу. Они не позволят кому-либо из Академии запятнать дух своего божества. Значит, ты преследуешь их, потому что они отказались сотрудничать с тобой? Да. Айн-Аль-Ахмар не самая богатая и влиятельная бригада, но ее члены полны решимости получить эту капсулу. Они используют любые скрытые методы обогащения, чтобы собрать достаточно средств. Поэтому я вмешиваюсь в их дела, чтобы принудить их к переговорам. Капсула знаний Архонта должна быть выставлена на тайном аукционе в ближайшие несколько дней. Каждая бригада сделает свою ставку, и капсула будет тайно передана победителю. Так, а можно как-то позвонить? Мне нужно тортику позвонить. Можно от вас позвонить, пожалуйста? Мне нужна Мора. Чтобы обеспечить безопасность капсулы и избежать внимания Матры, получившая капсулу бригада не будет раскрывать свою победу на аукционе. Это логично. Пока я не узнаю, кому в итоге достанется капсула знаний Архонта, не о чем договариваться. Дори, самый надежный источник информации. Но раньше этот путь был для меня закрыт. Теперь, когда у меня есть вы, ситуация изменилась. Блин, как тут все запутано у них. Другими словами, ты хотела, чтобы мы подружились с Дори, чтобы узнать, где находится капсула знаний Архонта? Ну, получается, да. Да, а можно и так сказать. Но такой расклад не вредит никому из нас. Согласен. Так его глаза похожи на глаза нашей кошечки. Булочки нашей. Послезавтра вернитесь к Дори и попытайтесь узнать о местоположении капсулы знаний Архонта. Если у нее не будет информации, подождите еще 2 дня и обратитесь к ней снова. Ага. Если у меня будет возможность изучить капсулу знаний Архонта, я поделюсь с вами результатами исследований. Как вам такое вознаграждение? Ну, собственно, именно это мне и нужно. Хорошо, тогда встретимся через 2 дня. Надеюсь, не реального времени. Айхайтам, еще один вопрос. Мы приобрели одну капсулу знаний для себя, но не знаем, как ей пользоваться. Помогите. Хотите использовать капсулу знаний? Хорошо, я научу вас. Сделать это прямо под носом у Академии будет несколько проблематично. Пойдемте на окраину города. Адилет, привет. Пойдемте. Нам-то чё? Так, ну там не на самую-самую окраину, а 250 метров, самую-самую окраину. Так, ладно, тут проще пешком, наверное, дотопать. Да, ну когда? В какой обнове маунты в игре появятся? Вот эти вот тык-дык-тык-дык. На лисах там гонять, на кабанчиках вот этих. На грибосвинах, во. Но это было бы серьезно, намного проще и удобнее, и все вот это. Ну вот по прямой, я бы с удовольствием скакал на лисичке какой-нибудь. Возможно, на тигнаре, возможно, на лисичке, неважно, не суть.
Но почему нет? Почему нет? Вот по таким дорогам на каком-то питомце рассекать. Да ладно, кони Монштадта, они свалили, остался один рыцарь кавалерии, блять, когда нет ни одного коня. Но это ладно. Наверное, все ждут коней Монштадта просто для того, чтобы понять, кто вообще такой Кея, о какой кавалерии речь идет. Но там же, кстати, да, потом в будущем когда-то должен будет вернуться и этот самый, ну, этот самый, который всю кавалерию с собой увел. И у нас же Джина наш тоже исполняющий обязанности магистра. Еще же и истинный магистр должен вернуться, мы с ним тоже должны познакомиться. А, варка коней спиздил. Во-во-во-во-во, да. Именно он. Именно он. Прям всех коней. Вообще. Да как вы помните это вообще? Вы нормальные? О нем 2 года назад упоминали, и то как-то вскользь. Вы нормальные? Вы как и зачем это запомнили? Это место подойдет. Покажите мне свою капсулу. Вот она. Техника фехтования на мечах 8. Капсула боевых знаний. Подобные знания встречаются редко, так как большинство из них используются пустынниками для усиления своих боевых возможностей. Ага. Правда? Как здорово, что мы не зря ее приобрели. Рин-рин, я... Ну какой у него глаз бога? Круглый, я полагаю, это все, что я могу об этом сказать. Чтобы узнать эффективность знаний, я могу помочь тебе проверить твои боевые способности. Однако эффект, скорее всего, будет минимальным, если ты уже достаточно силен. Матрицу мне почему-то эта матрица напоминает, серьезно. Типа программу управления вертолетом таким-то высылаю. И все. Мы можем провести контролируемый эксперимент, в котором ты будешь сражаться в 2 битвах. До использования капсулы знаний и после. Опа. Мы можем этому парнише надрать зад? Пока ты сражаешься, я попрошу терминал Акаши измерить твои физические параметры. ДПС-метр местный. В испытаниях могут быть различия в твоей физической силе, а также в способностях ваших противников. Но не волнуйся, позже я проведу статистический анализ, чтобы исключить искажения данных. Ого. Альхайтам, ты, наверное, один из отличников Академии. Пойми, интересно. Ты вот не похож на тех студентов, которым нужны капсулы знаний, чтобы закончить Академию. Так почему ты рискуешь попасться в Мадри ради этой капсулы? А мне вот тоже, кстати, интересно. В большинстве случаев, когда невозможно понять действия ученого, их можно объяснить любопытством. Это незыблемая истина. Кстати, это так и есть. Кстати, да, ребят, этот парниша это мечник, да? Это мечник? Вот. Он. А двуручный, одноручный? Это кто? Кто по жизни он у нас? Ну, ему бы подошло быть мечником, кстати. Ему и копейщиком бы, кстати, подошло. Двуруч бы ему не зашел, как по мне. А вот либо копье, либо меч. А, ну, одноруч. Ну, все понятно. Но, похоже, ты пытаешься уйти от ответа. Итак, приступим к испытанию. Просто сражайся, как обычно. Так, хачапури, не... Кто? Кто? Ты? Не ты. Но ткнуть я считаю своим долгом. У меня персонажи не переключаются. Как бы, ну... Я думаю, звуки вы сами слышали. А они серьезно не переключаются. С чего бы? Ганзан Хачку! Скиори! Амай! С!
Его можно будет и выебить, и побить, я считаю. Можно будет все. Да сейчас бы они такого персонажа и не сделали играбельным. Ну, вы чего? Теперь я подключусь к твоему терминалу Акаши и запишу данные. А теперь использую капсулу знаний. Возьми ее в руку. Я помогу тебе установить связь с капсулой, чтобы ты мог активировать ее силу. Это, конечно, хорошо, но вы бы мне гемов подбросили. Активированная капсула знаний. А. Друг. А. Ну ладно. Так. Допустим. На мгновение я увидел бесчисленные фигуры, сражающиеся на мечах. А в следующий момент они исчезли в глубинах моей памяти. Ну это матрица, ребят. Это матрица. Эй, что с тобой? Я кое-что постиг. То есть это сработало? Хорошо, время для второго раунда. Сражайся с тем же самообладанием, что и раньше. Сейчас. Подождите, я ульту набью, пожалуй. А, ну, могу не набивать, в принципе. Эти грибы не злые. Эти грибы злые. Готовенько. Теперь я снова запишу данные. Описание капсулы не прочел. Так, а все. Съедено, скушено. Но там что-то было про 100 тысяч. Ах, я там. Ну что там? Купленная вами капсула знаний явно улучшила его способности. Во второй битве общие данные боевых навыков увеличились на 0,73 тысячных по сравнению с первой. Достойно, ребят. Покупка однозначно себя оправдывает. Мы с Паймом могли бы месяц на эти деньги жить и питаться. Ну не, ну чё, 73 тысячных? Пух, вы чё? Так мало! 73 тысячных. Это торгашка Дори повела нас. 1 миллион моры? Эта штука и 100 тысяч не стоит. Ну, Пайма, ну ты настаивал, да? По-моему, сейчас... По-моему, сейчас Пайман, она находится в настоящем бешенстве, в истинной ярости. Я не помню, когда она в последний раз так кричала. Поймаешь, ты настояла, я не хотел. Я не хотел, честно, ты сама настояла на этом. Одна из возможных причин такого результата заключается в том, что он уже был очень сильным на момент использования капсулы. Поэтому содержащиеся в ней знания вряд ли могли дать значительное увеличение показателей. Арина, и снова привет. Зато это испытание позволило мне получить больше информации о вас. Я начинаю верить, что наше сотрудничество может быть выгодным. А, он понял теперь, насколько мы сильны. Ну, так. Это само собой, это естественно. А я возвращаюсь в Викалу Фундук. Жду новостей через 2 дня. Это мора, чтобы заплатить Дори за информацию. Заплати столько, сколько она попросит. Спасибо. Так близко. Так, подождать 2 дня до 7 утра. Ага. Так. Ну ладно, давайте... К Дори сходим и уже будем после этого заканчивать стрим. Но хотя бы попытаемся у Дори получить какую-то информацию. А вдруг? А вдруг? А вдруг хоть что-то?
Так, 7 утра. Так да, это здешний торт. Да-да-да. Типа, нате денежки, все, решайте вопросы, решайте проблемы. Главное не уснуть, вот-вот. А стрелки-то убаюкивают. Давай сегодня сходим к Дори и спросим ее, где находится капсула знаний Архонта. Давай. Тут я не против. Ага, новые ачивки, а их-то еще выполнять нужно. Ага, а, кстати, подождите, а что? А что есть? Так, чудеса света, ладно. Сумеру, таинственные тропинки, 0 ачивок. Смотрим. Открыть карты следующих регионов. Лес, джунгли, долина, земля, луга, потерянный питомник. Ну, земля, Ашаван, это, я так понимаю, пустыня должна быть. Луга. Откройте все точки. Это... Что? Я только 6 из 46 телепортов открыл? Из 46. 6. Ага. Так, усыпальницы. Так. Ага, статую Архонта повысить. 230. Ага, спасибо. Так, повысьте уровень древа снов до максимального уровня. Так, ну это аналог того самого древа, которое мы уже видели дважды. Так, феи, понятно. Сундуки тоже. Я 8 сундуков всего открыл за 10 часов. Здесь так, это понятно. Завершите Араньяку. Араньяку. Понимаю. Понимаю. Единственное, что я понимаю, ребят, это то, что просто не будет. Бля, ты крыса. Местные лифты мне здесь не нравятся. Прям вообще не нравится. Просто Араньяка, согласен, вообще ничего необычного. Вы что, не видели Араньяку ни разу? Как так? Вы где живете вообще? Да все знают, что такое Араньяка. Ты что, все? Определенно. Но надо бы завершить Араньяку. Ребят, у меня два вопроса. У нас здесь есть Саша. И у нас есть он. Вот. Как бы торговец Александра, которая, видимо, прибыла к нам из Снежной. Это хорошо. Ладно, ну понятно, откуда она прибыла. Ты, чудовище, откуда прибыл? Пржева. Это... Что? Если он и снежный, то ну... Я все, я закончился. А учитывая то, что они сидят вместе, они, скорее всего, оба и снежный. Да, Саш? Новая сделка еще не завершена? Ага, ну, понятно, все. Я вас понял, вы стопудово и снежный, и... Пржева? Пржева. Абсолютно стандартное русское имя. Вот в садике учился, 3 было. Да. Дори, мое почтение. Сюда-сюда! С возвращением, мои любимые клиенты! Чем я могу быть полезна на этот раз? Капсулу знаний или что-то другое, все что угодно. Только скажите, и я найду способ достать это. Если у вас есть много блестящей моры, разумеется. Дори, ты правда можешь достать все на свете? Ага. Выходит, одних капсул знаний вам уже недостаточно? Не стесняйтесь, говорите, что у вас на уме. Мы хотим приобрести капсулу знаний Архонта. Ага,
Я знала, что такие обеспеченные клиенты, несомненно, жаждут чего-то большего, чем обычная капсула знаний. Знаете, такая информация не будет дешевой. Да мы и не сомневались. Мне пришлось очень постараться, чтобы проложить себе путь на площадку аукциона. Не говоря уже о том, что если кто-нибудь узнает, что это я допустила утечку информации, у меня большие проблемы. Так она знает, ребята. Мы по адресу, она все знает. А как мы можем быть уверены в достоверности твоей информации? Довольно занятно, что информация оказалась у тебя именно в тот момент, когда она нам понадобилась. Ха! Все ценное на рынке является для меня товаром. И я всегда должна быть в курсе того, что актуально на рынке, чтобы заключать больше сделок. Ови, привет. Господи, этот смех, ребята, этот смех, это самый упоротый смех Лольки в этой игре. Это все. Когда, знаете, маленькая девочка пытается смеяться, как взрослая тетя. Вот примерно так оно и выходит. Что касается подлинности информации, я сфотографировала сделку. Таким образом, никто не сможет поставить ее под сомнение. Так. Я покупаю эту информацию. Всегда приятно иметь дело с такими хорошими клиентами. Теперь, когда вы заплатили, приготовьтесь услышать шокирующую информацию. Капсулу знаний Архонта вчера купил никто иной, как Мизри, лидер Айн-Аль-Ахмара. А, так мы просто через неделю, уже меньше, пойдем на мордобой и заберем капсулу. Все. Ребят, все. Вопрос решен. Тори миленькая, если не слышать ее смех, конечно. Айн-Аль-Ахмар? Пустынники, которые поклоняются Алому Королю? Да, похоже, вы хорошо их знаете. Айн-Аль-Ахмар сделали все возможное, чтобы получить капсулу знаний Архонта. Они верят, что в ней содержится сила Алого Короля. Это капсула знаний Архонта. Не похоже ни на что, виденное мною ранее. От нее исходило ярко-красное свечение. Капсулу хорошо видно на фотографии, которую я сделала. Можете посмотреть сами. Спасибо за информацию, Дори. Они стоят благодарности. Мои вчерашние усилия не пропали даром благодаря вам. Мои проницательные клиенты. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если вам понадобится если вам понадобится что-то еще. Выйдет баннер с тобой, и мы к тебе обратимся. Так. Мы выяснили, где находится капсула знаний Архонта. Оказывается, она попала в руки Айн-Аль-Ахмара. Ага. Давай вернемся и поговорим с Аль-Хайтамом. Ну, ребята, это уже явно как бы не сегодня. О, 7% исследовали и хорошо. Но это только долины 7%. Все, ребят, на сегодня точно будем заканчивать. 10 часов для меня этого за глаза. Там, кстати, по Геншину количество видосов уже за 500 перевалило. Я не знаю, завтра или послезавтра. Тут все зависит от того, насколько живым будет голос. Потому что по большей части все зависит именно от него. Ну, конечно, не только, но это прям основное. Ну что ж, ребят. Мы сегодня плодотворно потрудились в исследовании Сумеру. Так что с чистой совестью на сегодня второй стрим можно заканчивать. Большое спасибо всем за просмотр и пока!